Так, друзья, запускаю Асфальт 9 в Windows 11 на ультрабуке. Давай, поехали, поехали, елки-палки. Как вы знаете, в Microsoft Store есть бесплатные приложения, бесплатные игры. И вот Асфальт 9 тоже относится к бесплатным играм. Не знаю, как авторским правам стать сейчас. Честно скажу вам, друзья, не знаю, что он там грузит. Что так долго там? Погнали. Да, есть управление, все нормально. Пробел это у нас что? Ничего. Ну давай уже, давай уже. Давайте это тормоз назад, и я врезался. Вот так. Вот так дрифтует, видите? Да, на клавиатуре, друзья, круче играть, честно. Ну, неплохо. Ну и устанавливать, скачивать Asphalt 9 прямо из Microsoft Store, вот как я. Ссылку постараюсь разместить в описании. Просто бесплатно можно устанавливать кучу игр. Вот, смотрите, Forza 4 демо. Демо-версии тоже можно получить. Неплохо.